Астана. И к культурным новостям. Алматинский театр юного зрителя открыл свой 70-й юбилейный сезон. Помимо полюбившихся спектаклей, ценители театрального искусства уже сейчас смогут увидеть две премьеры. Наши корреспонденты побывали на одной из них и готовы рассказать, каким будет новый театральный сезон. Эмоциональная игра и чарующая атмосфера полностью поглотили зрителей поэтической драмы «Раимбек, Раимбек». Спектакль поставлен по одноименной поэме Мукагалима Катаева и рассказывает о тяжелых временах в жизни казахского народа. Воплощена история под руководством Мурата Ахманова и посвящена 550-летию казахского ханства. Раимбек, 13-летний мальчик, поднимается против своих врагов, и 18 лет ему дают возможность бороться, ему присоединяются другие ребята. В новом 70-м сезоне театра юного зрителя главными премьерами стали спектакли «Раимбек, Раимбек» и «Золотая антилопа». На сцене профессиональные артисты, среди которых много и новых имен. В этом году, надеюсь, молодежь в основном, мы много молодежи набрали. У нас новое, руководство, много молодых актеров. Ну, я думаю, какие-то новые веяния, новые в этом году победы, вершины мы осилим. В этом году театр имени Мусрепова вышел на мировой уровень. Осенью стал членом Международной ассоциации театров для детей и молодежи, в которую помимо Казахстана входят еще 83 страны. Все они обмениваются полезным опытом и участвуют в международных театральных фестивалях. Но главное, театр ждет своих казахстанских зрителей. Сезон продлится до мая, и за этот период на сцене оживут еще многие образы, как сказочные, так и исторические. Жанна Рахимжанова, Яна Городецкая, Рената Булхаиров, Информбюро, 31 канал.